Благодарность Министерства информационной политики и почетный знак Центральной избирательной комиссии Республики вручены сегодня заместителю директора национальной телерадиокомпании «Чувашия» Маргарите Гартфельдер. Награда приурочена к ее юбилею. Маргарита Гартфельдер – одна из самых известных в республике журналисток. В свое время работала в газете, на республиканском телевидении, возглавляла канал «Чебоксары ТВ», стояла у истоков национального телевидения Чувашии. Как минимум половина сегодняшних работников электронных СМИ считают себя ее учениками. Вот уже второй созыв Маргарита Владимировна представляет журналистское сообщество в Центральной избирательной комиссии Чувашии. Это очень умный человек, интеллигентный. Мы вместе проводили не одни выборы, мы вместе организовывали взаимодействие по внедрению чувашского закона о равном доступе политических партий, представленных в Госсовете на телевидении и радио. Вот. Мы очень рады, что у нас наконец-то появилось свое национальное чувашское телевидение и свое национальное чувашское радио. Множество коллег, бывших и нынешних, присоединяются к поздравлениям и желают Маргарите Гартфельдер дальнейших успехов. Сама же она всегда говорила, что телевидение – это командная работа, успех которой зависит от взаимопонимания. Я вас очень люблю, мне хочется с вами работать, и мне кажется, у нас с вами совсем неплохо получается.